друзья, наш вечер к концу подошел. Больше уже участвовать никто не будет. Я прочитаю только Божье Слово. Мы чуть порассуждаем, помолимся. Я думаю, что помолимся на коленях. Ну, кто расположен и кто пожелает вслух поблагодарить Бога, то сделаем это. Друзья, я прочитаю послание к римлянам, 12 глава, 11 стих. Это по теме сегодняшнего дня место Писания. «В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите». Братья и сестры, прошла неделя. Конечно, если так вот итоги подводить, обычно мы с молодежью итоги не подводим, а собираются руководители в последний день вечером. Вот, ну, высказывают мнения свои, что было хорошо, что было не очень хорошо. Так итоги немножко подводим. И все-таки скажу, друзья, что вот 7 дней, считай, мы вместе пробыли. Так, Тимошевск. 7 дней мы пробыли вместе. Друзья, слышали очень много, конечно. У нас каждый день было по 2 собрания, иногда по 3. А если с учетом вечернего собрания, так, ну, вот это как сейчас, у костра или в этой палатке, то по 4. Много проповедей и много тем слышали. И что осталось у нас на сердце? Осталось ли что-нибудь или нет? Многие каялись. Ну, наверное, не 1 сотня человек покаялись. И произойдут ли перемены в нашей жизни? Или не произойдут? Это все зависит от того, насколько глубоко Слово Божие было посеяно в нашем сердце. И как мы будем стараться исполнить все то, что мы слышали здесь. Братья и сестры, я, беседуя в одной группе на библейском часе, задал вопрос. Поднимите руку, кто хочет быть служителем. И подняли руку все. И сестры, и братья руку подняли. Ну, я имею в виду, что с пониманием, что служитель – это не только тот, кто через рукоположение занимает какой-то пост в церкви, а служитель – это тот, кто служит Господу Иисусу Христу. Брат или сестра. Я думаю, друзья, что каждый христианин, относительно живой и желающий, стремящийся идти путем правды, у него в сердце есть желание, чтобы быть тружеником. Я помню, когда мне впервые задали вопрос такой, мне было 22 года, вот, брат-служитель Григорий Васильевич, я тогда в Краснодаре жил, задал мне вопрос, хочешь ли ты быть служителем? Ну, так просто, необычно, без вступлений каких-то. Я сказал, что хочу. Друзья, я думаю, что в сердце каждого христианина должно быть желание быть служителем. Я прочитал сейчас короткий текст из Библии. Это путь к служению. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Друзья, то есть служение начинается с усердия. Вот апостол Павел за Тимофея пишет, «Я не имею никого равно усердного». В послании к филиппийцам. «Я не имею никого равно усердного». То есть настолько усердного, как Тимофей. Друзья, слово «усердие», ну, я, наверное, очень точно, я не заглядывал в словари, но я представляю, что здесь есть корень, один и тот же корень, как «милосердие». То есть корень «сердце» или «сердце», с сердцем связано. Я понимаю, друзья, усердие – это делать какую-либо работу, вот принимать ее близко к сердцу. Я не имею никого равно усердного. Вы знаете, друзья, вот я про Елисея рассказывал вам в Священном Писании,
что Илья Елисею говорит, останься здесь, а он говорит, жив Господь, не оставлю тебя. Он опять ему говорит, останься здесь, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. То есть в сердце Елисея большое желание, чтобы ну, до конца проявить верность в том служении, которое он совершал. Хотя служение, кажется, было небольшое. Усердие. В Ветхом Завете, друзья, есть книга, в которой много говорится о жертвах, которые приносили в древности. И вот есть такая жертва, она называется «Жертва по усердию». Я как-то размышлял, думая, что такое жертва по усердию. И пришел к выводу, жертва по усердию – это жертва добровольная. То есть были жертвы обязательные в Израиле, но были жертвы добровольные. Когда человек добровольно шел на какую-то жертву, в смысле совершал какую-то жертву. Вот я понимаю, друзья, что жертва по усердию – это жертва добровольная. Ну, каким образом это проявляется в самом практическом смысле слова? Вот я сегодня говорил вам, в 3 часа ночи смотрю, а группа людей подметают тротуары. А тротуаров у нас очень много. Я еще у них спросил, я подумал, что это штрафники. Я спросил, кто вас заставил? Они говорят, никто нас не заставлял. Но я был приятно удивлен, что нашлись люди, которые ночью в ущерб сну, они подметали наш лагерь. Кстати, я у некоторых из них спросил, так вы, наверное, спать до 9 будете? Ну так я почему-то подумал, если они в 3 часа ночи метут наш лагерь, наверное, спать буду до 9. Они говорят, нет, как обычно, нет, как обычно. Друзья, у нас здесь в лагере, ну, примерно 800 человек. Работников на кухне примерно человек 7. Хотя по практике проведения лагерей, я скажу, что у нас примерно, когда в одном потоке около 300 человек, то на кухне работает примерно 25 человек. На количество людей в 300 человек на кухне работает 25. У нас сейчас примерно на кухне 7 человек рабочих. И многие из вас им помогали. Иногда приходишь на кухню, смотришь, работает, ну, человек 15. Кто-то работал, конечно, с мыслью, что меня заметят, и я останусь на следующем потоке. Работать буду на кухне. С такой мыслью. Кто-то просто так приходил, помогал, без расчета того, что он будет работать на кухне дальше. Друзья, все те, которые у нас сегодня штатные работники кухни, они практически все семейные. Ну, может, за каким-то редким исключением. Они все семейные. Дома остались у сестер мужья, остались дети. Они добровольно решили работать на кухне. Кстати, большинство из них будут работать здесь целый месяц. И за это им не заплатят ни один рубль. Им никто не заплатит ни один рубль. И когда они отсюда уедут, они не повезут с собой там какие-то продукты или еще что-нибудь. Они просто так, совершенно добровольно решили, чтобы поработать один месяц. Вот это я понимаю, друзья, что это жертва по усердию. И поэтому, друзья, чтобы быть Божьим служителем, в Священном Писании апостол Павел очень мудро написал, в усердии не ослабевайте. Наше служение Богу, оно начинается с усердия. Никто не заставляет проявлять жертву по усердию. Друзья, эта жертва совершается добровольно, с сознанием, что эта жертва приносится Иисусу Христу. Вот вчера вам выдали мороженое. Вам понравилось мороженое? Думаю, что да. Так неожиданно вдруг, да, вы все пошли спать, а я тоже забыл про мороженое. Прибегает маленький мальчик, ну, видимо, он с нетерпением ждал, когда же будут раздавать. Он заприметил, что мороженое привезли. И он прибегает, папа, это мой сын, папа, а мороженое не раздали. А он прослышал, что мы хотели после двое, вернее, после, в конце всего, мороженое раздать. И он переживал, что не раздали мороженое, потому что ему тоже не дали мороженое без общего такого распределения. И вы знаете, друзья, откуда мороженое появилось? Вот так просто один человек, купил и привез 800 пачек мороженого. Ну, даже там, наверное, больше получилось, потому что расчет-то такой, что вам вдруг не хватит. Вот оно, усердие.
Братья и сестры, я бы хотел, мое сердечное пожелание, чтобы в сердце нашем было усердие. Приедем мы домой, и начнутся будни. Будни у каждого индивидуально, личные будни, будни семейные и будни церковной жизни. И поэтому мое пожелание, друзья, чтобы вот 800 человек уедут отсюда, чтобы в сердце каждого вот заронилась вот эта мысль, чтобы проявить усердие. И не с тем, чтобы кто-то нас заметил. Конечно, заметят все равно кто-нибудь. Вот Павел за Тимофея написал: «Я не имею никого равно усердного». Хотя у Павла было много сотрудников. Был Тихик, был Трофим, был Тит, был Аполлос, был Аристарх Македонянин, был Лука и прочее. И вот среди многих сотрудников Павел почему-то выделил Тимофея. «Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Поэтому, братья и сестры, начальная стадия служения – это усердие. В усердии не ослабевайте. Бывает, когда человек, вот вдохновленный кем-либо или чем-либо, проявляет усердие какое-то не очень длинное время, а потом устает, и больше он перестает усердствовать. В усердии не ослабевайте. Братья и сестры, вторая стадия здесь отмечена – духом пламенеете. Мы сегодня уже очень много слышали, что такое пламенеть духом. Я хочу один вопрос задать. Вы помните такую фразу в Библии – «горя духом»? Один человек что-то делал, горя духом. Вы помните имя этого человека? Этого человека звали Аполлос. Как только он уверовал, не будучи еще много наставленным вот в учении Иисуса Христа, написано, он, горя духом, учил и проповедовал о Господе правильно. Но потом Акила и Прескила, когда встретили его и послушали, они точнее объяснили ему путь Господен. Братья и сестры, горя духом, что это такое? Я приведу, может быть, один, два или три примера. Вот был такой человек в земле Гадаринской, бесноватый. Иисус Христос, когда исцелил этого бесноватого, он ему дал одно поручение. Помните, какое? Он ему сказал: «Пойди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Друзья, этот человек пошел домой, и не только домой, он ходил по всему городу и всем рассказывал, что сотворил с ним Господь. Вот оно, горение духа. Христос ему не сказал: «Иди по всему городу рассказывай». Христос ему только сказал: «Пойди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь». Он пошел и рассказывал по всему городу, что с ним случилось. Друзья, самарянка. Самарянке Иисус Христос тоже сделал одно небольшое поручение. Помните, какое? Он сказал: «Пойди домой и позови мужа сюда». Она пошла и по всему городу рассказывала, что там у источника сидит человек, который ей рассказал все, что она сделала. И она сказала: «Пойдите, посмотрите, не он ли Христос?» То есть эта женщина, она уверовала, похоже, что это Иисус Христос там у источника. «Пойдите и посмотрите, не он ли Христос?» И самаряне пошли к Иисусу Христу, и очень многие уверовали в Него. А потом побыли с Ним еще два дня, и самарянки говорили: «Мы уже не по Твоим словам только веруем. Мы сами убедились, что Он истинно Спаситель мира Христос». Братья и сестры, поэтому вот это вторая моя мысль, которую хотел я вам дать пожелание. Первое пожелание – в усердии не ослабевайте. И второе пожелание – духом пламенейте. Однажды Иисус Христос исцелил двух слепых. И Он им сказал: «Никому не рассказывайте, что Я вам сделал». Я представляю, друзья, если бы в нашем братстве было принято решение: «Все, время меняется, евангелизацию прекратить». Мне кажется, некоторые христиане отметили бы с удовлетворением: «Евангелизацию прекратить, теперь не проповедовать уже будет не грех». И, наверное, многие с удовольствием бы молчали. Христос исцеленным слепым сказал: «Никому не рассказывайте, что с вами случилось». Они пошли и по всему городу рассказали, что с ними сотворил Иисус Христос. Пророк Иеремия, друзья, он сделал попытку не проповедовать. Знаете почему?
потому что когда он проповедовал, это обратилось все против него. Написано, слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И я принял решение, не буду больше о нем никому рассказывать. Друзья, и он сказал, но в костях моих как бы был огонь заключенный в костях. Я истомился, удерживая его, и не смог. Обратите внимание, как огонь, заключенный в костях моих. Вот оно, горение духа, когда человек не может удержать евангельскую весть, даже сделав попытку этого не делать, в смысле не проповедовать. Братья и сестры, ну а последняя мысль здесь написана, Господу служите. Иисус Христос сказал, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Братья и сестры, мы ожидаем все с вами восхищения Церкви, что скоро Господь уже позовет Церковь. И Христос сказал, где я, там и слуга мой будет. Братья и сестры, являемся ли мы Его слугами? То есть, являемся ли мы Его служителями? В послании к Тимофею Павел пишет, внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Закончился последний день. Нам осталось помолиться. Братья и сестры, а завтра мы уедем. И кем будем мы? Будем ли мы служителями Его? Или будем просто возлежащими в церкви? А кто-то нам будет служить. Я скажу, друзья, 800 человек – это все-таки почти маленькая армия. Маленькая армия работников. И хорошо, если время, проведенное здесь в лагере, не прошло для нас напрасно. Но если мы отсюда уедем и проанализируем свою жизнь, друзья, и будем прилагать все усилия, чтобы не ослабевать в усердии, пламенеть духом и служить Богу. Друзья, хотя кому-то, может быть, не понравилось, что дождик немножко шел, но я скажу, в общем-то, мне кажется, дождик нам не помешал. Так же, да? Сильно не помешал. Просто, что вместо костра мы находились в этой палатке. А мне кажется, что в этой палатке еще и не хуже. Если здесь вас трудно успокоить, то возле костра тем более труднее. Поэтому Бог, зная наш скверный характер, решил нас обеспечить нам пребывание вечером в палатке. И я скажу, и за это тоже Его надо поблагодарить. Потому что и здесь проходили хорошие собрания. Поэтому, друзья, сейчас мы склонимся на наши колена. Кто захочет помолиться вслух, короткими молитвами, надо постараться, чтобы громко тогда, будем молиться. Друзья, а если кто-то, минуточку, а если кто-то жалеет, что не покаялся? Покаяний было много и призыва было много. Если кто-то жалеет, что не покаялся и, возможно, ожидает, что, может быть, еще пригласят к покаянию, если есть такой человек, то вы можете пройти сюда, станете рядом со мной на колени и помолитесь, и попросите у Бога прощения. И пусть Он вас благословит и утвердит на пути правды. Аминь. Склонимся и будем молиться.